Лабытнанги стартовал новый фотоконкурс, запустил его городской молодежный центр. Жителям города предлагают сделать фото на горно-лыжном комплексе «Октябрьский» и выложить его в социальные сети ВКонтакте, добавив к записи определенные хэштеги. За победу в конкурсе участники получат ценные призы. Любители активного отдыха на свежем воздухе смогут поучаствовать в фотоконкурсе, взяв с собой лыжи, сноуборд или тюбинг. Данный фотоконкурс в первую очередь нацелен на пропаганду здорового образа жизни. У нас в фотоконкурсе будут интересные призы, и уже, наверное, не секрет, и можно раскрыть, что главный приз – это сноуборд. Ну и второе, третье место у нас тоже есть сертификаты, приятные для людей, которые будут участвовать в этом конкурсе. Поэтому всех приглашаем участвовать в нашем фотоконкурсе «Октябрьский». Для участников есть одно ограничение – нельзя использовать программу Photoshop. Фотоконкурс будет проводиться в два этапа. Первый продлится с 17 по 24 января. Для участия нужно сделать тематическое фото и выложить его в соцсеть ВКонтакте с двумя хэштегами – ГЛК «Октябрьский» и «МЦЛ». Далее все фото, выложенные в сеть, оценит специальное жюри и выберет 10 лучших работ, которые примут участие во втором этапе интернет-голосования. Он продлится всего один день. Спешите принять участие и выиграть ценные призы. Тимур Чешков, Кирилл Тементьев, программа «Время местное».